Это была хорошая игра. И что для нас особенно важно, первая игра на новом стадионе. Первые 10-15 минут мы играли не так, как должны были. Нервничали, слишком часто и легко теряли мяч. С такими сильными командами, как Шальке, этого делать нельзя. Они не прощают ошибок. Им нужен всего один момент, чтобы его реализовать. Что они сегодня и продемонстрировали. Во втором тайме мы играли гораздо уверенней, владели инициативой, у нас были шансы сравнять счет, но забить мы так и не смогли. Безусловно, мы все разочарованы результатом, но в целом считаю, что мы провели неплохой матч. На установке на игру тренер говорил нам, что мы с первых минут должны играть агрессивно, прессинговать соперника. Но что-то пошло не так. Этот матч для нас был первым на нашем стадионе, и, возможно, важность этого события повлияла на некоторых игроков. Они перегорели и не смогли показать своего лучшего футбола. Теряли мяч, позицию, словом, делали не то, что было надо. И быстрый гол в наши ворота стал следствием этого. После перерыва наша команда собралась, и мы доминировали на поле, но, увы, этого оказалось недостаточно даже для ничьей. Поле было хорошее, а то, что наши игроки поскальзывались на нем... Знаете, у соперников это тоже случалось, и значит, команды были в равном положении. В начале первого тайма у нас наблюдался определенный нервоз. И соперник сумел этим воспользоваться, забив быстрый гол. Потом мы проснулись, стали играть гораздо лучше, создавали моменты, но итог игры все же оказался неутешительным для нас. Против команд уровня Шальки играть всегда очень непросто. Нам нужно было время, чтобы адаптироваться к такому плотному футболу, который навязал нам соперник, с очень быстрым выходом в атаку. В перерыве тренер сказал нам, чтобы мы успокоились и продолжали атаковать. Эти установки во второй половине мы выполнить смогли, а вот забить не получилось. Значит, надо создавать еще больше моментов у ворот наших оппонентов. Конечно, мы расстроены тем, что не смогли порадовать полный стадион наших болельщиков. Но мы постараемся быстрее забыть это поражение и будем готовиться к следующей игре, которая нас ждет уже очень скоро.